Даня Дрифтер. Сука. Утонешь сейчас. Вау, мне круто. Убил кабаську. Вот смотри, вот как вы меня догоняете своими воздушными карманами, бесите. Уберите их нахер. Я не знаю, что за воздушный карман. Воздушный карман, он, блин, включается, когда ты за кем-то едешь. Да пошли нахер, уроды. Водители, блядь. Потому что я... Да? А мне еще что-то говорил. Я нормально ехал. Прям передо мной. Прям передо мной. В смысле, мне не давал поворачивать. А, ты мне не давал поворачивать. Ты хотел в стену повернуть, да? В смысле, какая стена? Там была либо горка, либо дорога. Я выбрал дорогу. Как дорога была правее, а ты меня стихнул. Водитель. Кто ты? Да сука, мразь. Еще не туда поехал. Да, блядь. Вот и хорошо, я первый. Карман. Урод! Идеально машина. Да, блядь, сука, врезался еще. Мы не Думканы, мы едем в ног. Я не хотел подрезать. Да. Все, я тебя понял. Блять. А, красава, я не хотел подрезать. Красавчик сказал. Да блять. Нахуй. А сам-то я не понял. Такой это едет, мешает проехать. Я не Дункан. Сейчас еще нет. Вот сейчас поймал. Блять! Лох! Сука! Сами... Я сейчас взорву, зайду нахуй и бахну твою машину хуям. Потом ты его поставишь, я тебе опять его взорву и меня. Заебал твой буллет. Спасибо, что выплатил мне дверь. Мой дом? Нет, дочь, там близко доехать, блять. Что ты тут пишешь? У тебя новый дом? Нет! Иди на нахуй, а! Вот он, Даня. А, нихуя! Даня. Смотри, смотри, как на машинку приземлю сейчас. Оп! Ай! И нахуй! Там танк, да. Я вот понял, блядь. Там танк, да нет. Там танк. Даня, да. Иди нахуй!